Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык. И мы продолжаем играть в Мафию 2. Так, и как показала практика, за этими бочками так и безопаснее все-таки. Так, отлично. Этих сняли, блин, вашу нафиг, а? Так, все, он один остался? Нет, нифига. Так, спрячься. Задолбал, блин, Да блин, чё вы не дохнете, задолбали? Так, двое опять выбежало. Все, двое готовы. Так, я все-таки предпочту попробовать забежать. Ага, вон говнюк. Что себе думаешь, Вит? Решил, что можешь просто нахреначить дел? Все, готов. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Обещать? Так, правосудие свершится, нам дали ачивку. Все, теперь обыскать его кабинет, я так думаю, там будет бабулес. Ну, должен быть, во всяком случае. Так, ну вот небольшой бабулес. Сколько бабла? Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. 22 тысячи. Так, тут сейф пустой, тут ничего, тут ничего. Так, а где у него еще? Вот тут вот что за... Все, что ли? Так, эту дверь не открыть. I'm sorry. Грабьте магазины или угоняйте машины для бруски. Так, а сколько мне нужно? Так, а бруски он вообще где находится? Там Гарри торчит, да? Я вот не помню, где он. Ага, тут у меня дом. А, у него такая буква Б. Свалка бруски. То есть мне надо... Дальше мы сами справимся. Как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария, Иосиф, да поможет вам Бог. Так, короче, я так понял, нам надо набрать сколько-то денег, чтобы для бруски... Для бруски машинок поднадергать. Ну ладно. Да, я думаю, для бруски будет про... Хотя давайте попробуем ограбить магазин. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вот магазин. Я еще ни разу... Если машины я угонял, то этот я... Здравствуйте!
Ищите что-нибудь особенное? Револьвер, кольт, магнум, винтовка, дробовик. А у меня 25 косарей так-то есть. Так, ладно, выйти. Вы что, с ума сошли? Если не исчезнешь, я тебя... Ух ты, блин, ограбил я магазин. Я мощно ограбил сейчас магазин. Я прям так его ограбил. Угу. Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. А, ну хорошо, хоть сейф отсюда. Не надо эту миссию еще раз проходить. Так, ладно, сейчас, значит, мы забегаем, снимаем... А как же копы? Да, могут быть проблемы. Так, да, меня тут не было, все нормально, все ничтяк. Все, чуваки... Чуваки ровненькие. Да нормально мог бы сидеть дальше долбить своим молотком. Так, давайте магазинчики попробуем пограбить. А сколько? О, 774, нормально, слушайте. Я не при делах, ребята, я ничего не... Что-то у меня нападение на полисмена! Какое нападение нафиг? На какого полисмена? Ты о чем вообще говоришь? Тут ничего не было. Ничего не было, все нормально. Я не за вонтед, ничего. Так, а если мы ограбили магазина, давайте еще магазин ограбим. То есть вот... О, давайте домой поедем для начала. И там магазин одежды как раз ограбил. А магазин одежды, мне кажется, сложнее будет ограбить. О, можно закусочную. Можно закусочную будет ограбить. Так. Это вот это, да? Да, это вот это. Блин, тут куча свидетелей, ну ладно. Опустошить Что? $30 всего лишь? Диспетчер, преследую нарушителя! Ясно. Блин. Так, давайте уберем пушку. Не, все-таки тачки выгоднее, мне кажется, угонять. По-любому. Давай, разбивай. Слушайте двигатель, не выйдите из машины. Все, меня уже не преследуют. Так, ладно, давайте тогда для бруски будем угонять машины. Чем грабить магазины. А где он? Он там наверху. Ладно, давайте поставим маркер. Мне кажется, так будет свалка бруски. Мой маркер отображается на радаре. Так, поехали. Вот сколько он, интересно, например, за грузовичок даст? Что-то магазины... Не, ну за оружие так-то нормально дали денег. Чё? Если сейчас по пути еще оружейный встретится, можно, в принципе, грабануть. А я не знаю, сколько нам надо набрать бабла. Вот у меня 26 700. Нам сколько надо вообще бабок набрать? Я не знаю, 30, наверное, 30-ку. Заправку можно грабить? Не уверен. Так, ладно. С этим всем потом разберемся. Поехали сейчас к магазину Бруски. Точнее, на свалку бруски. Сейчас будем угонять тачки для него. Грабьте магазины или угоняйте машины. Стоп. Немного не туда я поехал. Блин, а тут забор. Блин, а нам надо всяко на трассу, да, по-любому. Ладно, проскочили, сейчас объедем.
Блин, надо было бабулеса на самом деле скопить, хотя смысла не было. Нас все равно там то дом сожгли, то еще какая-то лажа. Мы, кстати, насколько нам еще далеко. Но радует то, что сейчас по шоссе на грузовике быстро проедем. Точнее, на грузовике медленно проедем. Но грузовик, он такой, он бронебойный, так что... Я думаю, нормально. Да и вообще быстро проедем, действительно. Вот, хоть и на грузовике, но он 60 прет нормально. Ща проедем через весь город. Так, а для бруски это мы загоняем туда в пресс, да, и он дает денежку, или как? Или ему их как-то сдавать надо, я не помню. По-моему, в пресс загоняем, и он дает сразу денежку. Блин, чувак, я тебя за такое вот уничтожу. Ой, откуда такие скобякаются? Так, ладно, давайте пересядем на более нормальную тачку. Не хочу ее взламывать, откроем окно и так ее угоним. Давай, поехали, Хьюстон. Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы. Так, тут что-то полицаи стоят. А это ж как он теперь маршрут проложил? Ну, в принципе, опять на это же шоссе надо вернуться. Ладно, сейчас нам угоняем машин. О, тут, кстати, ж этот у нас живет, кентафурик наш. Кентафурик живет. Можно к нему зайти на пивасик. Машины для бруски. Блин, меня поразило то, что в закусочной всего 30 баксов было. Хотя, ну да, что там, они хот-догами торгуют, что там будет, там особо ничего не будет. А я ж эту кокнул, продавщицу. Спрашивается, зачем я ее кокнул ради 30 баксов. Ну. Блин, чувак, ну ты не видишь, я еду, ну хоть бы на тормоз нажал. Меня вот это больше всего раздражает, то, что тут водители... Да-да, я знаю, что мне надо машины для бруски угонять. Бруски, сколько дашь за эту тачку? Сколько дашь? По-моему, вот сюда загоняем, как бы. Раздавите машину с помощью пульта наверху. Сколько денег за нее, вот интересно, дадут? Где использовать пресс? Так. 427, но это явно быстрее будет, чем... А, так я сейчас и вот эту сразу раздавлю, еще 427. Хотя потом я отсюда пешком буду выходить. Не, ну а что поделать? Ничего не поделать. Так, отлично. Давайте следующую тачанку. Раздавливаем. Сколько денег? 427, отлично. А еще тут есть, вон какая-то развалюха стоит. Ну вот сейчас на ней и выедем. А, все, да? Все у нас. Вы собрали достаточно денег, отправляйтесь к Джо. О, шикардос. Все, ты же ездишь? Ага, конечно, ездит. Прям поехала, шо, пипец. Так, надо бы поперезаряжать стволы, пока есть время. Тут вроде как все перезаряжено. Так, ладно, давайте на вот этой тачке уедем. Разбиваем окно. Все, поехали. Поехали к Джо. Да, на машинах. Хотя, в принципе, если нам так мало. Я что-то думал, нам больше надо. У нас 27 косарей хватит. Я думал, нам больше надо. То есть за 27 косарей могли бы и машины, и магазины на самом деле пограбить и нормалек. Ну, ладно. Уже, как говорится, что сделано, то сделано.
Блин, а как он мне маршрут проложил? А, ну нормально проложил маршрут. В принципе, не так далеко. А, через туннель. Так, поехали через туннель. Тут надо съехать с этой шняшки. Отлично, съехали. Чувак, не дай бог, я бы сейчас умер, я бы тебя убил. Хотя как я бы его убил, если бы я умер? Кого это, кого-то вообще волнует? Как-нибудь бы убил. Ты-дым-ты-дым. Так, отлично. Приехали. Отлично, приехали. Давай, выходи. Так, пойдемте к Джо. Сейчас окажется, что он бабок как раз-таки не собрал. Вот. Я собрал, а он не собрал. Ну, посмотрим, что он скажет. Посмотрим, что скажешь, Джо. Джо Барбара. Дома он? Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Да, видимо, Джо грохнули. 6 часов спустя. Ну, давайте посмотрим, что нам сейчас покажут. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Спросите Эдди, не знает ли он, где Джо. Ну, пойдемте спросим Эдди. Так, у нас же здесь в гараже парочка машинок есть. Хотя поехали на это. Какая разница нафиг? Никакой разницы нет. Да ладно, забуксовал. Мама мия, ежели мия. Так, что в гараже? Wanted. О! Не хочу ее ремонтировать, потому что... А, бензина нет. Окей. А в этом гараже я не могу похозяйствовать. Да блин, никогда у меня за всю игру не было... Не было проблем с тачкой. Ладно, вон стоит тачка, сейчас ее угоним. Стой! На кабриолетике красном тоже мне подъехало. И тут я хочу на красном кабриолетике тоже поездить. О, другое дело. Так еще так подъехало прям так. Пиу. Типа, чё ты тут стоишь? А я такой, о, как хорошо, что ты на красном кабриолетике подъехал. Мне как раз тачка нужна. Так, и почему мы едем по встречке, непонятно. Ну ладно. Сейчас приедем, поищем нашего Джо. Ну его, наверное, уже кокнули. По-любому. По-любому его кокнули. А может, не кокнули. А может, кокнули. Таксист, стой, я еду. Таксист, стой, твою налево. И направо. Ох, какая тачка прикольная. Так, это нам сюда, да? На красном кабриолетике подъехал. Так, ну давайте посмотрим. Эй, а где? А, здесь же. Обычно здесь. Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? А нет. Что случилось? Генри мертв. Что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак. То есть был.
Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Конечно, нет. Я же сама честность. Понятно. Так, ладно. Он всегда держит нос. Я тогда думаю, мы на этом как раз таки этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.